Всем привет, вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я буду готовить очень вкусную нежную шарлотку, так что скорее же начинаем. Для шарлотки мне понадобятся яблоки, яйца, растительное масло, мука, сахар, соль, сметана, корица и разрыхлитель. Для начала мне нужно взбить яйца. Добавляю маленькую щепотку соли для баланса вкуса и взбиваю до пышной пены. Теперь буду всыпать сахар. Вот такая масса должна получиться. Теперь добавляю сметану, растительное масло, перемешиваю. В муку добавляю чайную ложку разрыхлителя и просеиваю. И теперь на низкой скорости перемешиваю до однородности. Теперь мне нужно очистить яблоки и нарезать. Вырезаю серединку и нарезаю яблоки кубиком. Нарезанные яблоки отправляю в тесто. Перемешиваю. Прокладываю форму пергаментом и теперь выливаю тесто. Одно яблоко я оставила для украшения. Шкурку я не очищаю. И нарезаю вот такими тонкими дольками. И теперь укладываю дольки яблок вот таким образом. Получится что-то в виде розочки. И сверху посыпаю корицей с сахаром. И теперь убираю в духовку при 180 градусах где-то около часа. Все зависит, как печет духовка. Итак, 60 минут прошло. Шарлотка готова. Вот такая красота у меня получилась. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. А я прощаюсь. Всем пока.